Махчали, поздравляю тебя с победой. Скажи, пожалуйста, ожидал ли ты, что рефери поднимет твою руку? Спасибо за поздравление. Ну, было у меня 80%, что я выиграю. Ну, альхамдулилля, мне дали победу. Скажи, пожалуйста, раньше ты выступал за команду Eagles. Кого ты представляешь сейчас? Ну, у нас как Eagles, Дагестан, Академия была. Также Академия представляю. Ну, также, где выступал, там и выступаю. А... Руководство Магомеда Лева Расула. Я у него уже вот сколько? Лет 8-9 занимаюсь. Скажи, пожалуйста, как тебе школа борьбы твоего соперника? Ну, да, вольная была у него. Но я не думаю, что я ему уступил в вольной борьбе. Ну, бокс-зал хороший был. Подскажи, пожалуйста, когда твой следующий бой? Ведь за этот год это всего лишь второй бой. Нет, следующий бой, я не думаю, что скоро будет. Я дрался полной рукой, хочу сейчас операцию сделать на руку. И дальше видно будет. Спасибо большое, еще раз поздравляю с победой. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут новости, топы, обзоры, репортажи с турниров, инсайды и еще много чего интересного. Не забудьте подписаться на нашего корреспондента Юстину Грачик в Инстаграм и на наш новый новостной канал MMA Live. Там уже есть видеопотасовки с турнира Fight Nights. А если вам нравится, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Мы так на него и не собрали, но верим в вашу поддержку. Спасибо и удачи!